Приветствую всех у себя на канале. В этом видеоролике мы будем делать насадку, которую вы видели только что в начале самого ролика. Нам понадобится пакет, который мы смочим водой. Водой можно смочить любой, неважно, из-под крана или какой-то другой, или даже родниковый. Также нам понадобится хлеб. Хлеб может быть также любой, белый, черный, какой есть, такой и будем использовать. Также, независимо от того, от его мягкости, точнее свежести, можно использовать свежий хлеб, можно не свежий, это не имеет никакого абсолютно значения. Далее нам понадобится кукурузная крупа, именно кукурузная, а не какая-то другая. Берем мисочку и высыпаем туда крупу, немножко, чуть-чуть. Кстати, хлеб в пакете нужно будет оставить на полчаса, то есть 30 минут примерно. После чего достаем хлеб и выбираем из него только мякиш, именно мякиш. Корочки я могу использовать потом, мне пригодятся для зимней рыбалки, поэтому я возьму только мякиш. После того, когда этот мякиш мы извлекем, корочки, естественно, уберем, и нам понадобится этот хлеб, точнее мякиш, немножечко сжать в кулаке, так, чтобы он приобрел форму теста. Что-то наподобие этого. После того, когда вы хлеб сжали в кулаке, и у нас получился небольшой ворот, такой комочек, берем и отпускаем его в нашу с вами кукурузную крупу. А дальше все по старому, как говорится, сценарию, перемешиваем его, как будто бы мы замешиваем тесто. На самом деле мы замешиваем хлеб и кукурузную крупу. После того, когда вы замешали, если даже у вас остались излишки, вот у меня получился такой комочек насадки. Если у вас осталась крупа, ничего страшного в этом нет. Потом можно использовать в следующем, как говорится, в следующей какой-то наживке или еще для чего-то. Хлеб, кстати, шарики можно лепить как дома, также можно лепить их и на рыбалке. Диаметр шариков лепите под поплавочную удочку, то есть под ваш крючок. Либо под тот крючок, на который вы будете ловить. Сейчас я возьму крючок, возьму наживку. Мне бы, в принципе, хватило и одного шарика для того, чтобы показать, как это все работает, как это все хорошо, прочно сидит. Кстати, насадка издает небольшого рода шлейф в воде при слабом течении, да и при течении тоже. Вот теперь я нацепил это все дело на крючок и отпускаю в банку. Буду использовать все, как говорится, потрясу, видите. Потрясу, как говорится, насадку, чтобы показать, что она сидит довольно прочно на крючке, никуда не слетает, не так, что там закинули и сразу сдернуло ее. Также покрутим ее, повертим, всяко разно. Видите, что если образуется течение, то есть если мы ловим на течении, то будет идти, как говорится, такого рода шлейф, который будет привлекать рыбу. Но при этом насадка, как видите, по-прежнему сидит на крючке и никуда не слетает. Даже если я ее буду крутить во все стороны, взад, вперед, от нашей насадки отлетают частички, которые уносят течение, но насадка по-прежнему сидит на крючке. То есть, вот видите, да? То есть, все хорошо, все крепко. Хорошая область насадка для ловли мирной рыбы. Если вам видеоролик понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!